Амичку признали женщиной самым большим в стране размером ноги. 23-летняя Екатерина Антоненко попала в Книгу рекордов России благодаря своему 47-му размеру обуви. Длина ее ступни более 30 сантиметров. Екатерина Хлемязева встретилась с рекордсменкой и даже примерила ее обувь. Из обуви у меня вот зимние, летние. Ну и один раз как-то нашла босоножки на себя. Как видите, демисезонная обуви я на себя даже и найти не пытаюсь. Единственные босоножки на каблуке 46-го размера Екатерина Антоненко надела трижды. На выпускной, на свадьбу и на линейку в школе дочери. Говорит, неудобно, немного жмут. Маловаты и даже ботинки мужа, у него всего лишь 45-й. Мой размер 38, сейчас я попробую примерить ботинки Екатерины. Мне даже расшнуровывать их не придется, конечно. Ну, тут нужны шерстяные носки, причем, я думаю, пары так три. Нога вываливается. Обувь Екатерина выбирает не по внешнему виду. Вообще выбирать не приходится. Продавцы теряются, когда слышат, какой размер ей нужен. Пытаемся подобрать Екатерине обувь в крупном магазине. У меня размер 47. Да, с этим у нас будет сложность. Продавцы говорят, людям с большим размером ноги действительно сложно помочь. Женская обувь обычно до 41-го размера, мужская – до 45-го. Все, что побольше, сметают с полок в первые дни. Чаще всего обращаются на заказ. Потому что и молодежь тоже, когда вот высокие люди, чаще всего у них большие размеры, уже с возраста такого молодого, можно сказать, уже обувь на заказ шьют. Рост девушки тоже рекордный для Омска – 193 сантиметра. Раньше помогала ей в спорте, занималась баскетболом. Потом завершила карьеру, но своей особенностью до сих пор гордится. Я высокая, я могу все увидеть издалека. Вот. В этом тоже есть большой плюс, потому что если где-то кого-то теряешь в толпе, всегда видно, где идет. За выдающийся размер ноги девушку даже приглашали на столичное ток-шоу. А вот про то, что она попала в Книгу рекордов России, ей не сообщили. Хотя повесить на стену свидетельство своей необычности Екатерина была бы не против. Екатерина Хлемязева, Павел Ходынский, новости здесь, Омск.